Так. Заберем тут себе еще защиту. Ну что, у нас два задания. Да блин. Нам нужно защитить бойницу и найти Рок Сьюзен. Сейчас вот, наверное, займемся. Боже, что у тебя так здоровья-то мало. Дурнёк. Как же так-то? Ворота. Блин, ну надо что-ли какой-нибудь замочить, чтобы сердечко дали. Ладно. Собираем пока вот здесь. Учинили тут такой погром в тронном зале. Их слишком много. Нельзя, чтобы нас заметили. Да уж. Давай откроем сундучок. Он взял какое-то оружие. Ура! Может, мелкий с ним разберется. Ты как-то мимо стреляешь из этого лука. А он по людям из него не стреляет, что ли? Мелкий, давай! Порубай его. Я пока пособираю. Мелочь там сам разберется. Ой, черт. А, они мне наносят урон. Круто. Что мне с ним делать? Такс. О, сердечко. Сколько надо ему ключей? 5? Давай откроем. Бонусы нам нужны. Как он смешно кожилится. Старается, так открывает. Еще ключик. Ой, нет. Зря выкинул. Ну чё в эти-то не стреляешь? А, спалились. Парни, ну вы чё? Ой-ой-ой! Так, где мой лук?
моментально накрыла их люстрой. Мы сами так провалились. А чё, все еще пытаются что ли тут открыть? Крючок? Щит. Сейчас мы предотвратим. Чё ты творишь? А чё, надо всех положить что ли? Эй! Все, нормалек, надо с минного, значит, открыть. Тут что-то должно стоять. Ладно. Красненько, мы добыли рог. Так, глянем. У нас осталось одно только выиграть сражение у бойниц. Выиграть. Надо найти его сначала, прежде чем его выиграть. Собираем. Увеличивается у него защита, да. Собираешь вот эти частички. Так, сюда мы не можем пройти. Так. Тут все вообще разрушено. Там еще, по-моему, ключики. Да, ну сколько ключей-то. Ну же 12 ключей. Ух ты, кто налетел-то прямо на меня. Отдохни. Эх, промазал, да? Я даже не постесняюсь спину тебя зарезать. Таки ходит за мной. Что он хочет? Что он делает? Вот этих рубите. Так, нужно сбить выстрелом некоторые предметы. Использовать для этого персонажа дальнего боя. Блин. Я знаю, надо кинуть, наверное, туда что-нибудь. Так, нет, не то. Опять не то. А кто в них стреляет? В них же никто не стреляет.
Сбить выстрелом. Блин. Кто у меня персонаж дальнего боя? Мелочь, ты? Ну-ка, признавайся. Так. О, вот же ж. Как это делается-то? Так, Минотавр, пошли. На место надо поставить шестереночку. Берем мелкого. А где открылась-то эта такая штучка? А, вот. Где-то я там еще до этого не взяла. Вон. Тихо-тихо. Так. А здесь нам тоже не хватает шестеренки. Где ее можно взять? Нужно внимательно посмотреть, где. Одну шестеренку мы поставили на место. Здесь нет ничего. Тут тоже мы, кроме вот этого. Ага. Ну-ка. Вот это зачем-то. А, разбил. Я думала, он может ее бросить. Камень этот. Так, ну что же. Некоторые персонажи прям дома могут использовать руку с крюком. Угу. Руку с крюком. Да полежи тут, нам некогда. Чего вращаете левый джойстик, чтобы прицелиться? А куда мы целимся? Так. Есть. Так, залезаем. Тут камера немножко подводит. Все, обменяемся сейчас. Так, вот таким образом мы достали еще одну шестеренку. Ее берем и приладим сейчас на нужное местечко. Где что открылось? Вот. Эй, бегает такой за мной. Такс. Тут снова, наверное, мне нужен гном.
Я не вижу. Да или нет? Нет. А кто там нужен мне? Нет. Так. Кто тогда? Кентавр? Нет. А, выстрелить, наверное, должен. А где тут у нас? Товарищ-то. Эй! Где все? Вот он. Нет. Трое. Где тот, который мне нужен-то? Ничего не знаю. Где-то залип. Он что ли там наверху остался? Вот паразит. Вот здесь? Что мы тут делаем? Так. Сейчас мы пойдем туда. Я так думаю, это он. Больше-то кто тут? О, да, удерживайте кнопку 8, чтобы прицелиться в рычаг. Так, кем бы пойти поиграть-то? Лучше, наверное, Минотавром. Опять великана поймали. Выиграй сражение. Так, нам нужно как-то освободить, блин, этого великана. Они не долетают. Самых ближайших мы уже всех завалили. Блин. Сейчас прицел поймаем. О! Бац! Есть! Так. Освободились великаны-то? Замочите 20 лучников. Куда побежали-то? Тут.
13. Где-то тут вот они еще. А что мы тут устроили? Бегают еще. Не убежите. Еще исчезают сердечки, оказывается. Еще где-то три штуки. Ну, они. Сдавайтесь. Что, тебя два убежали, что ли? Нет, один остался. Где он? Сейчас попробую его найти. Так. Тут цепляется. Вот он, лови его. Беготня такая за одним бедным лучником. Давай, давай, окружай. Ну чё, ребята, некогда. Товченко. Покиньте. Сейчас покинем. Найдем, где тут я вообще. И чё такая рука здесь? Так, главные ворота под силу закрыть только великану. А нам надо их закрыть. Объединитесь с великаном. Ладно, а где он? Вот он. Сейчас этих всех порубаем. Иди сюда. Стой. Погнали. Так, закрываем. Покиньте кар-провать.
Так. Нам тут надо сейчас отбить вот этих рыцарей. Ну-ка. Он и их бьет, и не их, всех подряд. Да что ты мимо-то машешь? Эй, друга. Вон еще вот этот вот. Давай. Вот так. Прекрасно. Так, 30 мечников. Ну давай. Тут вообще бить можно в любое место. Тут как куча их тут вообще, как тараканов.